Если он знает, что буквально завтра может дать под задницу ему коленом, у него нет перспективы. Он, пока он сидит на кресле, он должен нахапаться, своих людей устроить. За клевету будешь отвечать. Понимаешь? Почему в Уголовном кодексе есть оговор? Посмотрите. А ты еще мне со сцены, с экрана говоришь, да, вот такой, зачем мне это нужно? Дайте мне вдохновение, вопугун. Покажите красоту женщины, ее величие, прелесть ее. Что бы там ни было, что бы ни случилось, трагедия, войны, это остаться человеком, чему призывал Иисус Христос, Моисей и Магомед.